Благая весть. Благая весть, кто понесет ее уставшим и страдавшимся калекам. Земля иссохшая, к тебе иду дождем. Из уст моих потоком льются реки. Господь послал, я ученик Христа. С его ключом к домам, квартирам, душам. И для меня особый путь настал. Да слушают имеющие уши благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием вполне. Тревожный, слышатся шаги. Нас через дверь разглядывает кто-то. Воскресший пастырь, разломай замки. А дальше все расписано по нотам. Приветствую с улыбкой и кивком. Газетный листик к истине крещения передаю принявшему потом. Хотя бы вкратце, где идет учение. Благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием. Конечно, распахнули двери. Кто осторожен, не откроет нам. Для многих мы разбойники и звери. Квартиру обобрать их карман. Иная расторопная старушка прообраз суховее прошлых лет через глазок фиксирует на мушку, целуя многократно партбилет. Благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием. Ради них ступени стирая, выискиваю зерна и крупицы, трубу кустам и направление краю. По маршам лестничным взлетаю легкой птицей. Же православное болото, женский дух, одетый в срам, мужское одеяние. Молитвой про себя и даже вслух срываем крепости божественным писанием. Благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием.